Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать. С вами, как всегда, Андрей Марченко. И у нас музыкальная пауза. У нас здесь очень круто поют песни разных времен и народов. Ну и, как всегда, сразу же мы приступаем к делу. И песня, которая сейчас будет звучать, это «Старый клен». Все мы любим застолье. Все мы любим, когда собираются наши близкие и родные. Так давайте вместе соберемся, споем. Поднимем бокалы за нас, за наших близких, чтобы все было у нас только самое хорошее, самые лучшие впечатления и, конечно же, солнце над головой. Поехали! Стучит в окно, приглашая нас с друзьями на прогулку. Отчего, отчего, отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Отчего, отчего, отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Снегопад, снегопад, снегопад давно прошел, словно в гости к нам весна опять вернулась. Отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнула. Погляди, погляди, погляди на небосвод, как сияет он безоблачно и чисто. Отчего, отчего, отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Отчего, отчего, отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Старый клен, старый клен стучит в окно, приглашая нас с друзьями на прогулку. Отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулся. Отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что вы мне просто улыбнули. Спасибо.